Друзья, добрый день еще раз. Фонтан Кофе продолжает свою работу. Я по-прежнему Александр Мальч. Напротив меня Илья Стогов. Илья, добрый день. Спасибо, что нашли время к нам заглянуть. Ну что, хорошо ли вам, нормально ли вам в наушниках, во-первых? Давайте с этого начнем. Ну, понятно. В том смысле, хорошо ли вам себя слышно? Слушайте, главное, чтобы кому-то еще было меня слышно, а уж как мне себя слышно. Ну, я, ладно. Знаете, себя слушаю 24 часа в сутки, иногда поднадоедает. То есть вы разговариваете с собой? А больше нет желающих с вами поговорить. Я иногда, ну, видите, я нашлись мы, но у вас, правда, внутренний голос, он вам что-то говорит, как Алану Чумаку надиктовал голос книгу вот эту с зарядкой, заряжанием воды. То есть я как-то себя сразу чувствую, что мне нужно лечь на кушетку и сказать: да-да, голоса иногда присутствуют в моей голове. Нет, я нигде не к этому. На самом деле есть информационный повод вашего появления здесь. Издательство «Амфора», которое закончило свое существование, как будто бы в каком-то виде перерождается в издательство «Пальмира», и вы будете иметь к нему некоторые отношения, в том смысле, что вы там будете издаваться, по крайней мере, так следует из материала, который появился на Фонтанке, что вы, Александр Куприянович Сикацкий, ряд людей, которые составляли золотой фонд «Амфоры», теперь будут составлять... Сикацкий, он Куприяныч? Да, Александр Куприянович, вы не знали? Ну, может быть, знал, забыл, то есть я знаком с господином Сикацким, типа, лет, наверное, 25, но что-то мне в голову не приходило, что он Куприяныч. Вы можете козырнуть теперь. Ладно. Главное, чтобы повод был. Слушайте, ну, на самом деле, если... Ну, то есть все как-то, что родилось в Петербурге, оно как-то не очень хорошо заканчивает. То есть в Москве люди открывают кафе, начинают продавать там, типа, спиртосодержащие жидкости, и там лет через 8 у них домик где-нибудь на теплом берегу. И сеть по стране этих кафе. И все хорошо. А в Петербурге открывают, в общем, влезают в долги, потом, в результате, садятся в какую-нибудь долговую тюрьму. На здании висит там 18 мемориальных досок. Здесь бухали те, се, пятые, десятые. У некоторых даже отчество было Куприяныч. А сам хозяин, типа, там, говорит: а зачем я с этим связался? Но если говорить о примерах каких-то удачных таких творческих индустрий, то, ну, наверное, издательство — это вот то немного, чем можно похвастаться, хотя тоже, наверное, нечем, потому что за всеми, в общем, яркими петербургскими проектами стоял, ну, не один человек, но, ну, почти один, то есть в свое время, там, по-моему, 89-й, это был год, самое первое негосударственное издательство в стране, которое называлось «Северо-Запад», и которое, типа, там... Толкин издавал. Да-да-да, вот его сделал Вадим Назаров, потом он же сделал издательство «Азбука», которая, там, сменив кучу хозяев, существует до сих пор. Потом он же сделал вот «Амфора», которая, в общем, действительно окрасила своими цветами нулевые годы. А сейчас этот же человек делает издательство, которое вот называется «Пальмира». То есть пока оно... Ну, мне немного неловко говорить, потому что это, ну, типа, не мой проект. Это как бы проект, там, моего, в общем, там, позвольте сказать, там, старинного товарища Вадима Назарова. Но, насколько я понимаю, то есть Вадим, он, в общем, с шилом в одном месте, несмотря на то, что так вот посмотришь, вроде так и не скажешь. Человек одно время был полноват, лысоват, голубоглаз. Но, в общем, ну, типа, все время чего-то новое придумывает. Сейчас у него какие-то вот новые свои истории, там, print on demand, вот эта печать по требованию, да, да, в одном экземпляре, то есть какие-то новые технологии, там, краудфандинг, в общем, человек снова на коне, ему снова 25 лет, у него, может быть, даже скоро волосы отрастут, в отличие от меня. Но насколько велика во всем это может быть моя роль, я понятия не имею, то есть я писать ничего по-прежнему не собираюсь, я, в общем, лет 10 уже ничего не пишу, и я отлично себя от этого чувствую, поэтому, если он переиздаст какие-то мои старые книжки, ну, до денег, я думаю, в любом случае дело не дойдет, но, в общем, мне будет приятно. Ну, хорошо. Материал на Фонтанке, который мы прочитали все здесь, он как раз о том и есть, что новое издательство, и что вы пообещали помочь расширенными рукописями того, что было, и их каким-то образом отдать Пальмире. Ну и хорошо, видимо, пообещали. Встречались, пили кофе, почему не пообещать? Да. В конце концов, это знаменитое петербургское обещание, оно... ни к чему сразу не обязывает. Да. Оно да. же медленно в пространстве
существует, да? И потом, да, когда-то. Ладно. Я читал какое-то количество ваших интервью, поскольку, как вы только что сказали, писать нового вы особо не собираетесь. Даже не особо, просто не собираюсь. Просто не, потому что все надоело? Ну, как бы, если ты хочешь что-нибудь сказать, скажи. А если тебе нечего сказать, чего мастурбировать, как бы, если никак. Ну. Угу. То есть у вас такая депрессивное состояние у вас? Ну, нет. Так нет, ну, понимаете, писать и жить — это разные вещи. То есть я не собираюсь писать, но я живой, я, в общем, у меня там сердце бьется, понимаете, там легкий воздухом наполняется. У меня дети растут, я отец состоявшийся, в общем, отлично себя от этого чувствую. Знаете, иногда есть, ну, как бы, такие быстрые времена, да, mm-hmm. когда я вот вспоминаю какие-то там... Причем это с возрастом никак не связано, это как-то, не знаю, с наличием солнечных пятен там mm-hmm. или с чем-то таким связано. То есть, как бы... Вот там, какой-нибудь 89-й год, вот за него произошло, типа, там, больше событий, чем за там, последний срок Путина, и включая срок Медведева. То есть, ну, как бы, тогда жизнь была быстрее. Не потому, что я тогда был моложе. Я, в общем, и сейчас считаю, что я не очень старый. Но как-то вот иногда это ускоряется. Иногда очень замедляется, mm-hmm. и прямо такая, знаете, свинцовая задница вот времени там все раздавливает. Вот сейчас, мне кажется, такое время, как было, допустим, вот во всех этих советских фильмах, знаете, там, «Осенний марафон». Mm-hmm. Вот, включаешь, и начинает тошнить вот от одной картинки. То есть, такая... хреновая погода, вот все как-то вот очень хреново, как бы по телевизору что-то такое, чего сразу начинает тошнить, и вот как бы вот сейчас вот оно такое. Писать что-нибудь в такие времена, ну, это как бы, ну, смысла большого нет. Но это же, значит, перед грозой, значит, это должно быть какое-то... Не обязательно. Не? Ну, как бы, почему-то у нас все время так вот апокалиптические такие сценарии, вот грянет буря, сейчас вот толпы народу пойдут Путина свергать. Никто никого не пойдет свергать, то есть как бы у людей, в общем, ну, жизненный уровень, мне кажется, упал, но зато есть, как и в поздние брежневские времена, некоторая стабильность у всех, то есть все понимают свою зарплату. Вот у кого ее нет, вот у меня, например, нет, да, это стабильно. У меня ее там в прошлом году не было, я думаю, что и в следующем не будет, и через 3 года, наверное, не будет. А у кого есть, те понимают, они там ипотеку могут на это взять, mm-hmm. или, там, потихонечку mm-hmm. выплачивать. Mm-hmm. Как бы, а вот как это было там, допустим, в 93-м году, когда ты привез пакет чего-нибудь такого, чего сейчас даже упоминать нельзя, продал, купил себе 4 квартиры, потом тебя убили, там органы продали, да, квартиры купил кто-то другой, который еще что-то привез. И все это произошло типа там за неделю, вот такого больше не будет. Может быть, и к лучшему. Может быть. А, только что с Львом Яковлевичем Лурье записали передачу, у него здесь историческая программа на Фонтанке, и он сказал, что с его точки зрения все перемены в правительствах и все вот эти властные, как слово, турбулентности теперь используют, все эти турбулентности происходят на высоких ценах на углеводороды и на экономических прорывах, на подъеме экономическом, там начинает меняться все. А что вот при низких ценах и при такой стагнации, да, в которой мы находимся, при кризисе, ничего, наоборот, не меняется, а все остается так, как и есть. Знаете, я с глубочайшим уважением отношусь к Льву Яковлевичу Лурье, но я думаю, что тут какой-то миссандерстендинг произошел. То есть, то ли он неправильно сформулировал мысль, то ли, может, до вас она в каком-то искривленном виде долетела, потому что как раз ровно наоборот. То есть, вот в какой момент, условно говоря, там начало меняться... Ну, то есть, я большой фанат литературы 20-х годов. Вот все, что, ну, действительно, хорошего и великого было сделано в русской литературе, ну, в советской русской литературе, оно связано с 20-ми годами. То есть, в 22-м году вышли первые после революции романы, то есть, их же там некоторое время вообще не то, что романы не сдалось, бумаги не было, чтобы что-нибудь печатать. А в 22-м году там Пильняк опубликовал первый роман, там еще несколько. И до 29-го года в год выходило 3-4 романа, каждый из которых признан классиком. Классическим. А потом, типа, лет 30 вообще нифига не происходило. Как бы, и вот этот вот перелом... Ну, меня все время интересовало, а что случилось? Почему? Ну, не выключили же их просто, этих людей, да? Их не выключили, и вообще и читатели никуда не делись. И страна та же самая, да? Но действительно, там, первое послереволюционное десятилетие, это было, может быть, ну, там, самое прекрасное время вообще, там, в русской истории 20 века, если не брать 90-е годы, конечно, потому что 90-е годы были еще круче. Но это был яркий всплеск культуры, вот это время НЭПа, да.
но как бы политически ничего не происходило, да, кто там был во главе правительства в 25-м году или в 27-м, вообще никто не знает, ну, там где-то Троцкий болтался, там Фрунзе где-то убили, но это, я думаю, что даже не каждый человек с высшим образованием вспомнит. Зато, начиная с 29-го года, страна вдруг резко рванула вперед, страна стала бурно жить, появились там стахановцы, челюскинцы, папанинцы, Чекалов куда-то полетел, танки Т-34, Халкингол. Вдруг, а что произошло? То есть, на самом деле, понятно, вот эта вот мировая депрессия, там деньги вдруг кончились, они не должны больше никуда утекать, они должны остаться внутри страны. Везде по всему миру закрутили гайки, то есть про отечественные сталинские репрессии все говорят, но точно такая же хрень творилась по всему миру. То есть в США, которые вроде как они такие в белых одеждах, черта с два. То есть я фанат литературы не только 20-х годов, но еще и всяких маленьких национальных литератур. То есть я, например, прекрасно знаю, что первые концлагеря устроили не фашисты, а американцы для японцев на Гавайских островах, поскольку была угроза начала войны с Японией, всех японцев, которых тогда было там 2/3 населения на Гавайях и в Калифорнии, там, в общем, до 10%. Их всех согнали в концлагеря, они там умерли не хуже, чем евреи. Об этом есть фильм у Спилберга «Страна восходящего солнца». Мальчика сажают в этот лагерь американского после того, как японцы начинают войну с... А я хотел спросить, Александр, а мы вообще про это должны говорить? Не-не, не про это просто... Я сел на свою конька-горбунка, ну, нормально, Лев Яковлевич Лурье, там. Ну, просто я к тому, что вот сейчас понятно, что очень похоже на вот великую депрессию того времени, то есть деньги опять кончились, и вдруг-то стало что-то происходить, то есть какие-то войны, да, Украина, Сирия, я вот вообще сейчас на даче живу, там хорошо, там телека нет, там малина растет, дети у меня растут, тут как-то все растет, живот у меня растет, ну, как-то вот прекрасно там. Ну, все хорошо. Да, а поскольку у меня, в общем, какие-то дела тут нарисовались в городе, я вчера приехал, включил телевизор, обнаружил, ну, там есть некие анонсы, там, на следующей неделе, смотрите, вот на этой неделе показывали кучу фильмов про каких-то полярных летчиков военных, а на следующей неделе будут про подводные лодки, то есть представить такие там 8 лет назад, да, а посмотри-ка, дорогой телезритель, цикл фильмов про советские атомные субмарины. Ну, вряд ли кого-то заинтересовало бы. А теперь это прям такая вот, давайте все смотреть. То есть, вот где бурное развитие. Вот вдруг все как-то в политику как бы ломанулись. Кто в 90-е годы интересовался политикой? Вот вообще никто не интересовался. Все интересовались рейвом и тетеньками с голыми сисечками. А вот как-то политикой не очень. А теперь нет, теперь вот как-то жизнь бьет плечом. Думаете? Ну, почему-то мне так кажется. Ну, вот я открываю интервью, которые вы дали некоторое время назад, и читаю: интеллектуалы вымирают, как амурские тигры. Вы в этом по-прежнему уверены? Вы думаете, что уровень, ну, что ли, интеллектуальной насыщенности в обществе, он снизился? Да? Понимаете, и стало меньше людей, которым интересен сам факт знания? Ну, не совсем так в лоб, но вообще да. То есть... Я не очень, типа, там верю, что правильно разговаривать про некую такую среднюю температуру по больнице. Вот вообще в обществе я не вижу никакого вообще общества. Я вижу отдельных людей. И, конечно, человек, который там 10 лет назад интересовался, не знаю, там, Джойсом, он, в общем, и сегодня интересуется. А человек, который 10 лет назад интересовался, или там 50 лет назад, допустим, сортами пельменей, он и сейчас только этим интересуется. Но, как бы... Вот такая повестка дня, да, вот, то есть есть 360 градусов вот окоема такого, смотрим вокруг, чего хочешь, да, но прожектор, типа, общественного внимания, он узкий, он не 360 градусов, он, типа, там, 5 градусов. И вот раньше туда попадали все-таки немножко другие вещи, а сейчас очень странные вещи, то есть если вспомнить 90-е годы, допустим, какой-нибудь журнал, ну, какой-то совершенно откровенно... как бы наркотический, гомосексуальный и какой только угодно. Там клеймание, где ставить журнал какой-нибудь «Птюч» или «Ом». Молодежный, они... кстати. Молодежный, но при этом, в общем, как сказать, наркотический и вообще порочный, да? Они публиковали эссе современных западных философов, социологов, да, там велись реально там на 4 разворота полемики по поводу Фукуямы, там Теренс Маккена говорил там о как бы захвате вот какими-то ментальными волнами как бы сознания инопланетного разума. А теперь
я вот сейчас, придя и ожидая, пока вы закончите рассказывать новости, предался вредной привычке табакокурением с вашим коллегой, и он сказал, что самая главная наша удача, конечно, это интервью, я опять забыл это имя, но вот с этой барышней, которая Лабутены. Это было в пятницу, да, это, я должен сказать, что это и моя, видимо, самая главная удача, потому что это максимальное количество просмотров. Алиса Вокс ее зовут. Это прекрасное имя, я его опять забуду через минуту, а я вот, знаете, поскольку я человек бедный, меня попросили тут открыть фестиваль нашествия. Как бы, там как-то так странно получилось, что в программе мое выступление было под номером один, а дальше уже все остальное, при том, что понятно, что я аудиторию этого прекрасного фестиваля интересовал, типа, там, на 0-0-0 там... А вы пели или что? Я думаю, что хуже, чем мой вокал, только если бы я попробовал там танцевать стриптиз. Я там, к сожалению, читал лекции, на которые, конечно, никто не пришел, и, в общем, это довольно, как бы... Для меня был такой необычный экспириенс, но зато я прикоснулся вот к мероприятию, в котором было 200 тысяч человек. Да? И вот все эти 200 тысяч человек, они, конечно, говорили только про эту девушку. Опять забыл. Алиса Вокс. Алиса Вокс. Алиса, ну Алиса как Алиса, а Вокс как голос, собственно. Круто, теперь у меня будет мнемонический прием, я запомню, как ее зовут. Но для меня это, ну, как бы, это непонятный феномен. То есть, как бы, когда появилась группа «Ленинград», ну, я не иконоборец, то есть группа «Ленинград» — большое явление, как бы, отечественной культуры. Все, что с ней связано, вызывает у меня, как бы, искреннее желание встать там по стойке смирно. Как бы, но изначально это все-таки был некий такой контркультурный проект. То есть какие-то приличные петербургские джентльмены пытаются стилизоваться под какую-то очень такую странную эстетику, непонятно откуда там взятую. Да? То есть, я же не говорю про период с Вдовиным, да? Да. Но даже потом. Там были какие-то странные музыкальные находки, ведь все эти хиты там столетней давности, это все перепетые какие-то очень как бы третьего плана группы, какие-то, ну, которые нельзя было прийти в магазин и сказать, отдайте мне, пожалуйста, там что-нибудь новенькое из ямайских негров там 50-х да. годов. Это было свидетельство редкостной эрудированности, да, там музыкальной подкованности. То, что сейчас происходит с этой группой, оно вообще не укладывается у меня в голове. То есть постоянно какие-то девушки, ну, для меня неочевидные, да, и при этом они говорят о вещах, с которыми я никогда в жизни не сталкивался. Правда, это какой-то социальный слой, о существовании которого я никогда не знаю. Вот это вот огромная моя проблема. То есть, может быть, интеллектуалы не вымирают, как амурские тигры, но проблема в том, что я давным-давно уже чувствую себя вычеркнутым из жизни не как я, Илья Стогов, да. А как представитель определенного, как бы, класса, социума, определенного социума, определенный да. какой-то, извините за выражение, землячество все-таки, да, то есть, правда, я вот думаю, что, ну, как-то неожиданно канал ТНТ, он стал занимать, в общем, вторую строчку по рейтингам после России, ну, просто у России самая большая, как бы, сеть по стране, ее смотрят все. Я в прошлом году ездил брать интервью у одного полярного писателя. Он по национальности хант, и он буквально там на оленях отвез меня в свой чум, который стоял посреди большеземельной... И у него там кривое зеркало, да? И у него... Ну, и там в этой Яранге стоит телевизор, и единственное, что он ловит, это канал «Россия». А там показывают программу «Кривое зеркало», где мужики... Нет, там показывали какие-то новости про Украину. А-а-а. И он сидел и как бы возмущался, там, попивал спиртосодержащие жидкости и говорил, что делают? Вот нет, ну что с нами, с русскими делают? Говорил он, а вокруг паслись олени и какая-то строганина из только что пойманной рыбы там еще жабрами шевелила на столе. Вот, а на втором месте канал ТНТ. Я, ну, думаю, раз он такой популярный, дай-ка я туда тоже загляну. И для меня это было странно, потому что все проблемы, которые там обсуждаются, они никогда меня не касались. Это всегда проблемы как бы приезжих из провинции в большом городе. Но я не приезжий из провинции. Я здесь родился и здесь живу. Но последнее время я... Правда, я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые, для которых, ну, как бы, все, что для меня само собой разумеющееся, для них вообще не очевидно. То есть, я одно время работал на одном канале, который... Да, мы с вами вместе там были. Или вы до еще? Нет, я думаю, что вы были до, а не, я... Не, или вы про другой, который, на котором вы до этого работали. На котором мы с вами. Ну, то есть, да. Он просто располагался на набережной около «Авроры». Да. И там был огромный такой балкон, на котором все курили, и с него открывался совершенно восхитительный вид. И когда было понятно, что этот канал закроют в скорости, я со своей редакцией
тоже курил там сигареты, а там, ну, прям вся Нева вот от Летнего Сада и туда вот до Смольного, и прям так красиво, и я говорю, что, знаете, ну, типа, а все нервничают, канал закрывают, где же найти работу, все плохо, и я говорю, ну да, я знаю, меня выгонят с этой работы, у меня не будет денег, у меня нет видов на будущее, я вообще, ну, как бы, мало кому нужный, но я абсолютно не жалею о том, что я отсюда уйду, единственное, что, о чем я правда жалею, что я больше не смогу на этот вид смотреть, потому что я поднимаюсь наверх, смотрю, и мне, ну, сердце мое согревается. На что мне моя редакция, они так посмотрели, говорят, а что такое в этом виде? Сказали все, а один сказал, а я вообще, наверное, скоро в Москву уеду. И тут до меня вдруг доперло, что я там единственный не приехавший. То есть я, ну, ничего плохого нет, приехали. В конце концов, я был в тех краях, откуда не приехали, там вообще жить нельзя. Я понимаю, зачем они приехали, не понимаю, зачем они в Петербург приехали, потому что здесь, по-моему, тоже жить нельзя. Уж если менять все, так надо, конечно, в тот город, который, там, не буду даже упоминать, пускай едут туда. Но я не такой, да, то есть я, как бы, для меня это важно, правда, я... Помню, как я там 15 лет назад как бы разговаривал с одним крайне неприятным человеком, да, и он мне ничем не нравился вообще. И как бы до тех пор, пока он не, ну, как-то там, предавшись каким-то лирическим воспоминаниям, говорит, а я вообще всю жизнь на Ржевке прожил. А я вообще на Ржевке, наверное, и не был ни разу. А вот он прожил всю жизнь. И говорит, забрали меня в армию и отправили куда-то там, вот куда-то в Якутию. И меня там били дагестанцы, меня там... Я весь покрылся фурункулами, потому что было холодно, и авитаминоз. И девушки у меня не было, хотя мне очень хотелось девушку. Но единственное, что мне снилось там... Вот, это Ржевка. Не, это то, что я дембельнусь и пойду гулять по Марсовому полю. Притом он говорит, что я, пока я здесь жил, я никогда не ходил гулять по Марсовому полю, но там снилось. Я, говорит, просыпался в слезах. И я вдруг подумал, что не такой он и противный. Вот он, конечно, противный, но я готов его обнять, потому что, ну, правда, я тоже такой, и мне хочется быть с такими людьми, да, которые понимают, которые, ну, как бы не спрашивают, да, а что это такое? Это понятно. Это да. Вот это вот, как бы, расстрели, это что, это макароны или это матюк такой итальянский? Я не хочу с такими людьми общаться, я хочу с другими, но их нет. Все говорят про Алису Вокс. Смотрите, я запомнил, да? Ну, Алису вот Вокс. И... Вот. Все говорят про Лабутены. Я не против Лабутенов. Более того, я тремя руками за Лабутены. Но почему я должен, ну, как бы, старательно занижать планку? Я не хочу занижать планку, я хочу немножко завышать планку. Это не к тому, что нужно ходить в Эрмитаж. Конечно, как каждый нормальный петербуржец, я никогда не хожу в Эрмитаж. Но есть какая-то вот, ну, как бы, уровень, ниже которого я не готов опускаться. А у меня впечатление, что, ну, как бы, средний уровень разговора все-таки он где-то там очень ниже, крепко внизу. Он ниже. Да. Но вот при этом смотрите, какая штука. Большое количество мест предлагает то, что называется возможности для самообразования. Какие-то лекции. Если, ну, сейчас, может, не сезон лета, но, в принципе, какие-то лекции, какие-то бесконечные семинары, открытые для слушателей со всех сторон. Приходи, плати, не плати. Там кто-то делает благотворительные, как Адвита, надо за пожертвование любое, и слушаешь про астрономию в полный зал, например, да, или там про, не знаю, про какой-нибудь период истории. Кто-то делает дискуссии, кто-то делает диалоги. Количество людей, которые хотят знать что-то, например, про вино или там, не знаю, про сигары, оно вообще какое-то зашкаливающее. Так я вот это и имею в виду, понимаете, какого келдыша они хотят знать про вино или про сигары, когда еще, извините за выражение, с Джойсом не все понятно. То есть... Это же и есть, ну, как бы, правда, я, знаете, я толстоват, и это мягко сказано, я прям, так скажем, вообще не в спортивной форме, но вот последнее, что меня интересует на свете, это еда. Мне омерзительно слушать про еду, я не хочу про нее слушать. Я не хочу, чтобы меня окружали люди, которые говорят мазифака про еду. Меня достала эта еда, правда, вот эти все, а давайте мы сейчас макароны как-то особым образом сварим. Давайте не будем забывать, что когда мы съедим эти макароны, через 8 часов они превратятся не в макароны. Я не хочу вот про вот это вот то, во что они превращаются, без конца говорить. Я не вкусовой сосочек. Я вообще другой. То, что я вот из себя представляю, оно не сводится к тому, что я умею есть, пить, и еще у меня дети бывают. Нет, не в этом дело. Как бы, а дело в том, ну, в чем-то в другом. И как бы вот это как раз как бы... Это классовая какая-то история, понимаете? Это вот как бы люди, которые победили в результате 90-х? Перестройки. Не, ну почему? Это началось раньше, да? То есть люди-то все те же. Это все дети тех самых родителей. Понимаете, как бы смотрим поздние советские фильмы, те же «Осенние марафоны». О чем они говорят? Они то же самое говорят. Они говорят про сервелаты, про куртку шведскую, которую вот не порвешь, потому что она из хлопка сделана. Я не хочу про вот это. Я как бы хочу про...
ну, пускай это будет астрономия, пускай это будет там какой-то период истории, ради бога, но не физиология. Я не хочу про Камасутру. И вино мне омерзительно. И не дело не в том, что я алкаш в завязке, а правда, мне не хочется про это. А что касается лекций, понимаете, вот там, в прошлом, что ли, году, я не знаю, какая светлая голова там в городском правительстве озаботилась, но вот на Невском в троллейбусах запустили после каждого объявления остановки на русском, там по-английски туристам, очевидно, да, объясняют, чего тут еще посмотреть, если ты вылезешь, да? То есть они говорят, там, следующая остановка, там, станция метро Гостиный двор, для русских, а для иностранцев объясняют, The Russian Museum is the biggest collection мазифака, там, какой-то, ну, Russian так, painting, да, и art. Да. Так вот, как бы угол Невского и Литейного, они говорят, там, по-русски, угол Невского и Литейного, а для иностранцев еще добавляют Мариинский хоспитал из НИА. То есть я каждый раз думаю, а вот правда, человек приехал, например, из Австралии и хочет выйти на этой остановке. И вот что, ему правда в Мариинскую больницу пойти? У него что болит-то, чтобы ему туда идти? Ну, кстати, у него может быть хороший трип. Ну, такой страшный немножко. Не знаю насчет трипа. Вот у меня не очень много иногородних приятелей, потому что я не буду скрывать, я вот петербургский шовинист. Я, в общем, как бы за то, что, ну, не надо обижать других людей. Да, понятно. Но давайте не будем забывать, что вообще-то, говоря, я родился здесь, и таких, как я, довольно много. Мы все родились здесь, и у нас есть особое лицо петербуржцев больше, чем, например, не знаю, хантов в тысячу. Да? Почему права хантов защищаются, а мои права как петербуржца никак не защищаются? А мы вымирающий вид. Ну, по крайней мере, растворяющийся вид. Мы такие немножко превращаемся сначала в мулатов, да, а потом совсем в какое-то у себя дома, в национальное меньшинство. Это, мне кажется, неправильно. То есть давайте не мы будем опускаться, а тех, кто к нам приехал, как-то подымать, потому что им... я верю, что через поколение дети вот этих узбеков, не знаю, пензенцев, жителей Хабаровска, они тоже станут петербуржцами, и у них тоже там сердце будет щемить от вида разведенного Троицкого моста, но пока не щемит что-то. Вот пока им надо вот здорово подтягиваться, и давайте, ну, про это честно говорить. Так вот, возвращаясь к этому углу Невского и Литейного, там, это вообще-то, говоря, Сайгон, да? Там, ну, например, вся русская культура там последних 40 лет выросла из этого угла. Там за углом жил Довлатов. Там где-то бродил Бродский, понимаете, там, вообще-то говоря, есть рок-клуб там в двух шагах, да? Давайте про это говорить, давайте не про Мариинский хоспитал. Как бы у меня, говорю, немного есть иногородних приятелей, но все, кто есть, они приезжают, говорят, покажи что-нибудь. Я говорю, ну что ты хочешь, вот Петра Первого, там, вот, ну, Пушкина. Они говорят, не, вообще точно не Петра Первого, не Пушкина, я хочу Довлатова и Цоя, обычно. Вот ко мне из последних приезжал пермский приятель Алексей Иванов, который вот написал «Географ Глобус Пропил». Да, да. Он не хотел на колоннаду Исаакиевского собора, он хотел в рок-клуб, да? Московский, извините за выражение, приятель там Митя Глуховский, который написал «Метро 2033», он хотел Сайгон, да, вот как бы им хочется вот туда. Почему вот это не объявляется в автобусах и остановках? Давайте про это говорить. То есть уровень лекций, который я вижу, да, он вот такой. Когда тут рядом есть Сайгон и рок-клуб, мне рассказывают про Мариинский хоспитал. Я работал какое-то время тому назад на радио, ко мне приходил какой-то офигенный чел, вот прям вот офигенный-офигенский, из планетария. И он прям говорит, о, там у нас вообще... А я в детстве хотел быть космонавтом. Я, в общем, пошел за свои деньги, купил себе билет в планетарий. Слушайте, ну, неудобно разговаривать, правда. В третьем классе я знал больше. Чем там сейчас показывают. Потому что он, ну, знаете, танковая колонна всегда движется со скоростью самого сломанного танка. Конечно, то есть, как бы его нужно ждать. То есть я знаю про астрономию много, да, но там приехала тетенька из, не знаю откуда, со своим внуком, она шла в зоопарк, смотрит, о, планетарий, давай зайдем. Он рассказывает ей, а не мне, а мне неинтересно в результате. Я хочу чуть-чуть больше, да, а мне показывают чуть-чуть меньше. Вот все вот эти лекции, про которые вы говорите, я ходил на несколько, они все абсолютно беспонтовые. То есть ориентируются на самый низший уровень. Более того, я, знаете, какое-то время тому назад, то есть когда-то я учился в институте имени Герцена. Это был как-то неудачный экспириенс, меня оттуда выгнали после первой же сессии, а потом прошло там 30 лет, наверное, или не знаю, 20 лет, и меня попросили там лекцию прочитать. Я бы так не пошел, но поскольку, ну, конечно, связь, хотелось да. некоторую фигу-то в кармане подержать, я пошел. Причем это была лекция для, как бы... Они закончили, то есть, как это называется, постбакалавриат. То есть они уже отучились, и им вот что-то еще там чуть-чуть надо магистратура почитать. Дальше, по идее.
Ну, бакалавр — это 4, не знаю, неважно. Я человек не образованный, я же диплом-то о высшем образовании нигде не получил, поэтому плохо разбираюсь. Ну, короче, надо Но было... они были филологи, то есть они были специалисты по русской литературе. А поскольку моя вот любовь пламенна — это литература 20-х годов, я им что-то про это там говорил. Смотрю, вообще что-то ноль реакции. То есть ни один мускул лица не дрогнет. Я там как-то и так, и сяк, они как-то смотрят на меня, ну, то есть даже немножко враждебно. Я думаю, а, ну, в чем проблема? То есть, ну, я понимаю, я не ахти какой там рассказчик, но нельзя прям совсем с каменным лицом-то сидеть. А я про Ильфа и Петрова говорил. Про Ильфа и Петрова и про «Мастера и Маргарита», потому что, ну, это, типа, самое известное произведение 20-х годов. И я вдруг с ужасом узнал, что... Ну, «Мастер и Маргарита», ладно, конечно, читали, но... Ну, или кино посмотрели по телеку. Вот я про кино-то тоже думал, а как оказалось, они не просто не читали «12 стульев», они не знают, о чем там речь. То есть вот это для меня было вообще непонятно. То есть даже концепция непонятна. Нет, ну все знают, Остап Бендер ищет стулья, ну вот на таком уровне. Киса Воробьянинов, нет, они не знают, кто такой Остап. Ну то есть что-то Остап Бендер слышали, Киса Воробьянинов — подачка не беручка, вообще ноль. И я думаю, братцы, а как же вы закончили вуз-то? То есть, что же вы делали-то все время? Ну просто, мне кажется, даже если ты уши будешь руками затыкать, ну все равно хоть что-нибудь просочится. Нет. Вот, как бы, люди, которые дальше будут читать лекции, о которых вы будете вести семинары. Ну ладно, диспозиция понятна. То есть, как бы, я вот на лекцию Льва Яковлевича Лурье при любом раскладе я все равно пойду, потому что человек интересный, да? На лекции там 5, 10, там, может быть, 12 человек, которые читают, люди, у которых есть некий бэкграунд, я за любые деньги пойду. Да только читают-то не они же, а вот эти выпускники Герцена. И вот в этом проблема. Домашнее образование нужно? Ну как вот, раз уж мы затеяли эту тему, значит, нам надо как-то сохранить этот... Нет никаких нам, да, вот ну, как бы кому надо, они вон и так сохраняют, понимаете, я человек давно уже безработный, но, знаете, Господь милостив, какие-то капают мне денежки именно с того, что везде постоянно проводятся какие-то встречи с писателями, то есть я отправляюсь куда-то на край света, и перед аудиторией с глазами парнокопытных пытаюсь там попу со сцены показывать, потому что мне какой-нибудь пензенский библиотечный коллектор, это не буквально, на самом деле, конечно, не пензенский, не библиотечный, не коллектор, но вот какая-то такая структура, которая выделили денег на проведение какого-нибудь дня чтения в каком-нибудь в Челябинске, да, готова заплатить мне 50 тысяч рублей. Как бы... Вот кто спасает читающую Россию. Они вкладывают деньги, все происходит. Только это никому не надо, правда? То есть я миллион раз это говорю, у меня же мозоль на языке это говорить, но, как мне кажется, в любом поколении всегда есть 15 поколений людей, которые не читают вообще. Им не надо. Вот я один раз пришел в гости к подружке своей жены. Думаю, что-то, блин, что-то вот как-то странный какой-то дом. Думаю, чего не хватает-то? Потом смотрю, а у них, ну, даже телевизионной программки нет. У нее в доме нет ни одной буквы вообще. Ну, вот ей не надо. Она такой невербальный человек. Она вот телек посмотрела и спать легла. Все. В интернете посидела. А вот бумажные носители ни к чему. И таких людей всегда приблизительно 15%. Довольно много. С другой стороны, есть другие 15%, которые читать будут при любом раскладе. Они, ну, они могут читать всякую фигню, но они все равно будут. У Стругацких есть такой роман, называется «Гадкие лебеди». Да. Там герой смотрит в окно и смотрит, какой-то труп там несут. Говорит, а что это за труп-то? Он говорит, а вот это там пытали одного чувачка. А что, как его пытали-то? Читать не давали, подох собака. То есть вот таких тоже всегда 15%. Остается 70%. Вот 70% они могут качнуться как к чтению, так и не к чтению. Вот про эти 70% идет речь. Но этот процент, он никогда не меняется, он всегда одинаковый. Поэтому никакие нам и никакие спасать, мне кажется, тут не работают. Вопрос отдельного человеческого выживания. То есть мне хочется, это большая физиологическая потребность моего организма, ходить в какое-нибудь кафе с липкими столиками, пить какой-нибудь дурацкий напиток и рубиться с каким-нибудь таким же затонувшим кораблем, как я, на какую-нибудь тему, которая никому, кроме нас двоих, не интересна. То есть здоровый сибирский мужчина, вообще первый литературный критик постперестроечной России Слава Курицын, говорил, что Петербург — это единственный город из всех, какие он посетил, а он посетил, наверное, там миллион городов, где полемика относительно поэтики Михаила Кузьмина закончилась тем, что одного из полемистов увезли в больницу с разрывом мошонки. Ему просто кованым сапогом туда въехали так, потому что этот дятел не понимает общепринятых вещей насчет поэтики Михаила Кузьмина. То есть мне хочется вот такого. Я сейчас лишен такой возможности. Вот. Так что, Петербург опопсел? Получается. Вот это, ну, Петербург такая... самый популярный город в стране теперь. Раньше, мне кажется, я не знаю, было так раньше или нет, но вот сейчас, ну, в связи с, видимо, с закрытием там каких-то возможностей кому-то уехать куда-то, отдохнуть, не знаю, там, в Анталии, вот все теперь едут в Петербург. Самый популярный город страны.
у всех категорий населения. Ну, он и был такой. Вы вообще много по стране-то ездили? Ну, какое-то время, ну нет, конечно, ездил. Ну, просто, мне кажется, не то, что... У нас не очень правильно понимают. У нас говорят, Петербург самый красивый город страны. Петербург единственный город страны. Остальные, как бы вот эти вот, не в обиду людям, которые там живут, сказано, но это просто места, где живут. Угу. Там нет ничего из того, что я, житель угла Пестеля и Маховой, каждый день просто из окна вижу. Я это вижу, мне это бесплатно. Они готовы платить большие бабки за то, чтобы на это посмотреть. И по-другому быть не может. Это так и есть. Как бы я приезжаю в Самару с теми же самыми протянутой ладонью за государственные копеечки. Угу. А мне говорят, сейчас мы вам покажем наш Арбат. Я говорю, пожалуйста, не показывайте мне ваш Арбат. Они говорят, поздно, мы все равно покажем вам наш Арбат. Вводят меня там какая-то... Ну, опять-таки, я не глумлюсь, я их жалею. То есть это какой-то кусок вот, улицы, вымощенный вот такой плиткой, как у нас уже дворы даже давно не мостят. Там есть какая-то кованая решеточка. И такие, в общем, довольно убогенькие домики, на мой взгляд, постройки 1930-х годов. Они говорят, видите, какая красота? А я не вижу, какая красота. Потому что я, ну, типа, с другим бэкграундом сюда приехал. Нас, конечно, без конца долбят, и вот просто молотком, киянкой в мозг вбивают детям вот эти все экскурсии, все эти Эрмитажи. Дети плачут, не хотят идти в Эрмитаж. Но в результате мы вырастаем тем, кем мы вырастаем. И когда мы приезжаем в другой город, какой-нибудь Новосибирск, смотрите, какая у нас красивая возникает набережная. Возникает недоумение. А она некрасивая. И она, вообще говоря, и на набережной не похожа. Она похожа на то, что тут бомбили недавно. Конечно, они все приезжают сюда. И более того, в общем, ну, неправильно говорить, что перемены в городе к худшему. Мне кажется, они, в общем, ну, скорее к лучшему, потому что действительно город очень здорово очистили. Город действительно, это какая-то, я не знаю, там, государственная городская политика насчет вот этих вот мини-отелей. То есть теперь есть где остановиться. И они, заразы, все останавливаются у меня во дворе. То есть я, правда, я страдаю от этого. Я, знаете, своей вредной привычкой табакокурения занимаюсь на лестнице. Я там выхожу. А я какое-то время тому назад, еще когда с Украины все это не началось, я очень любил ездить во Львов. Правда, он такой, он какой-то, как Прага, только еще бюджетненько. Да, да, то есть прям такой вот идешь и думаешь, блин, вообще здорово. И там есть какие-то такие дворы, там такая посреди этого Львова стоит армянская церковь 13 века. То есть 13 век на территории Москвы еще там деревянного зодчества даже не было. А там каменная церковь, какие-то стоят надгробия с армянскими, знаете, смешными буковками. Но при этом это жилой двор. И это выглядит, как какие-то, знаете, грузинские фильмы 70-х годов. Там какие-то белье сушится, соседки там через двор с балкона на балкон что-то кричат. Я, конечно, в офигении от всего от этого. Я там стоял по часу, полтора, и все это фотографировал. Я думаю, какие смешные аборигены. Вот прям вот, как это все так вот интересно. Угу. Вот я сейчас выхожу на свою собственную лестницу. У меня окно открыто, и я там, извините за выражение, в футболке старой рваной сижу на подоконнике, там выдыхаю эти, значит, зловредные какие-то табачные штуки. И каждый раз, когда я там сижу, снизу приходит какой-нибудь чувак с фотоаппаратом. Ой, смотри, абориген! И начинает меня фотографировать. Думаю, собака, ты бешеная. Я же тебе сейчас ведро воды на голову вылью, потому что это ты абориген, а не я. Я здесь живу, я так должен жить. Но, ой, кошка петербургская, смотри, прям... А у меня еще двор, он типа официально признан самым маленьким двором-колодцем в городе. Он такой типа метр на метр. И это, конечно, катастрофа, потому что там три гостиницы у меня во дворе. И все эти люди вот ходят с фотоаппаратами. Чего бы им, конечно, не чувствовать себя такими первооткрывателями, Джонатанами или Ливингстонами. Илья, спасибо большое. Да фигня. Мы прекрасно провели это время, мне кажется. Не знаю, довольны ли вы, я уверен, очень... благодаря вашему таланту интервьюера, спасибо большое. Спасибо, нет, благодаря вашему таланту рассказчика, вы его все время принижаете, но факт остается фактом. Глуп тот человек, который не позовет вас на открытие следующего фестиваля. А позовет туда Алису Вокс. Я понимаю, что на самом деле тягаться глупо. Удачи в жизни этой прекрасной женщины. Мне хочется вот на этой ноте завершить наш с вами разговор. Давайте на этом и завершим. Илья Стогов был в нашем эфире. Работа офиса Фонтанки не заканчивается. В следующем часе услышимся. Спасибо, Илья.